В чем уникальность печени? Чем она отличается от остальных органов? Здесь собраны самые интересные факты о печени. Первое. Печень – второй по массе орган человека, 1,5 килограмма, после кожи, которая весит 11 килограмм. На третьем месте – мозги, 1,1–1,3 килограмма. Второе. Зато печень выполняет более 500 физиологических функций. Она отвечает буквально за все. Например, принимает участие в поддержании температуры 36,6 по Цельсию. Третье. На 70% печень состоит из воды. Четвертое. Когда вам было 10 недель внутриутробного развития, ваша печень весила 50% от веса всего тела. Пятое. Из всех органов человека только клетки печени умеют самовосстанавливаться. Если у человека удалят часть печени, она самостоятельно нарастит недостающие клетки и восстановит свои обычные размеры. Шестое. В печени хранится 10% крови. Каждую минуту через печень проходит 1,5 литра крови, поэтому ранения в печень очень опасны. Седьмое. Каждый второй россиянин имеет болезнь печени. Восьмое. Кстати, 25% заболеваний печени обусловлено алкоголем. А согласно канонам восточной медицины Цзинло, клетки печени наиболее успешно разлагают алкоголь с 18 до 20 часов. Поэтому старайтесь в другое время не пить. Девятое. Главные признаки большинства заболеваний печени – зуд кожи и психические расстройства. Десятое. Каждый год в мире делают порядка 11 тысяч операций по пересадке печени. При этом очередь на операцию постоянно растет. Расходы на трансплантацию печени составляют сейчас около 314 тысяч долларов. Берегите свою печень. Подпишитесь на канал Medical Advice, и вы не пропустите следующее видео о здоровье.